Всем привет, ребят! С вами снова Анирель и последний челлендж последнего батлграунда. Все самое-самое последнее. Пытаюсь пройти 70-й уровень Империи. Империя у меня, мягко говоря, так себе. Бернхард вообще не прокачан, поэтому я решила пройти вот таким вот составом в два хила. Оливье и Айрис. А фракционный баф у меня внезапно будет давать Леон, потому что, блин, я считаю, что взять с собой Леона, Ареса и Элвина куда интереснее, чем пытаться впихнуть Бернхарта вместо кого-то из них троих. Давайте посмотрим, что получится. Может, вообще ничего не получится на самом-то деле. Телепорт на Элвина делается ради того, чтобы Элвину дамага хватило. А чтобы ему уж точно дамага хватило, первым влетает Арес со своей аулишкой и убивает мужика с шрайн-мейденками, потому что он может пробить их рагнарьком. Тут ключевой момент в том, что вот эти двое на первом ходу кастуют гвард. Поэтому бояться их не обязательно. Единственный, кто меня будет атаковать, это Гаргулья. Так, вариантов. Насколько далеко ты гвардишь? Две клетки, да? Тихо. Угу, только физику. И две клетки. Опять ему заблочили хил. О, больно, больно. Давайте попробую вот так. По идее, он выживет. Элвин, в смысле. Дальше. Можно пытаться убить мышь. А я ее не достаю, лол. Арес, живи. Так, пока все чудом каким-то живы. Сейчас посмотрю, кто остался без хилки. Первый пошел. Второй. Все. Восток, я с ними разберусь, мне надо будет срочно отойти, чтобы не было проблем. Так.
Сейчас попробую их немножко разделить, если получится, будет шикарно. Все туда пошли. Всем нравится Леон. Так, хорошая новость номер раз. Сейчас вот этого чувака сейчас никто не гвардит. Но есть и плохая новость. Мне втопит, если я туда пойду. Так что надо будет отойти. Так, ну, Леона, по идее, он не убьет. Прям совсем не должен убить. Особенно под защитным талантом нашего замечательного Оливье. Леон должен выжить. На сопле. Просто на сопле. Так, здесь проблема в том, что гвард равен трем. То есть мышку он гвардит. И это очень плохо. И у Элвина все скиллы в откате. Это трижды плохо. Так, беги. Просто беги. Так, туда я могу вообще пролететь насквозь, улететь туда, всех их дисплейснуть. А нафига мне это? Ах ты ж лошара. Не дамажащий нифига лошара. Так, пока живой. Что будет дальше, непонятно. Все еще живой. Что же какое-то чудо, что он все еще живой. Хорошая новость номер раз. Он уже использовал свою магическую обилку, большую разбрасывающую. То есть дальше он ее использовать не сможет. Просто только в том, насколько это реально хорошая новость. Сейчас он начнет с фаерболами шмалять. Чуть мне все больше начинает казаться, что я совершенно зря взяла ведьм Оливьешки. Надо было лучников брать каких-нибудь. Это прям ошибка-ошибка. Но попытаюсь хотя бы снизить атаку. Я понимаю, что здесь отхила не будет, но как бы что я сделаю? Ну, бессмертия не получилось, но
Мне кажется, у меня не было особых шансов на бессмертий. Я Болт Рейнджеры все еще живы, это плохо. Очень плохо. А, все, фух. Окей.準備完了です。はいよ。うん。アイリスに。いや、僕のコンサートへようこそ。君たちの愛、この僕が守ってみせよう。うん。違うメロディーを奏でてみようか。準備完了です。全力で行け。 Ну, что я могу сказать? Грязненько. Но зато пройдено. Если у вас более прокачанный Бёрнхард, чем у меня, вам будет намного легче. А я, тем не менее, закрыла все ачивки. И на этом с Forbidden Battleground покончено. Всем удачи в прохождении. С вами была Анирель. Пока-пока.